уходи! Совсем? Сареса! Ugh.
Кто-нибудь еще? Стрелок, вон там! Я к нему! Ха! Ну и где ты? За тебя назначена награда! Я тебя убью! Yeah!
Это не миф. Интересно, из скольких частей состоит доспех Тесея? Напомнить тебе... Не подскажешь мне, где водятся рыси? Конечно. К северу от Минойского капища, что на колыбели Зевса. Но у Я их добуду. Спасибо. Huh?
Ну, давай. Об этом месте говорил старик. Вот же он, цветок. Цветы. Нужно вернуться к старику возле Гортины. Теперь все клыки у меня. Можно возвращаться.
Желанная свобода! Я у тебя в долгу! Тебе жизнь. Да прибудут с тобой боги. Спасибо.
по местам! Вперед! К одному из древнейших регионов Земле Минойцев. Потрясающая, загадочная цивилизация. Минувшее свое время. От их цивилизации остались лишь руины. Она была утеряна давным-давно. Но на своем пути ты нашел ответы на многие вопросы. Кто знает, вдруг ты сможешь выяснить больше, чем я. Прибейте! Слишком близко? Хочешь начать бой, капитан? А ну, шустрее!
Thank you.
Твоя жизнь моя! Меня прислала твоя жена. Хвала Посейдону. Пираты ждали прилива, чтобы напасть. Нужно уплывать. Я провожу тебя в Гераклеон. Плыви, я за тобой. Поднять парус! Причаливаем! Thank you.
А, я так тебе благодарен. Чем тебе отплатить? Мои услуги дороги. Я, конечно, ты стоишь своих денег. Дал бы больше, но рыбий меч уже забрал часть. А рыбий меч можешь больше не беспокоиться, он мертв. Мертв? Его больше нет. Но всегда найдется тот, кто будет притеснять людей честных и слабых. И все же, спасибо. Вернулся. Ты убил их? Они мертвы. Все до одного. Вот твоя заслуженная награда. Спасибо. Я довожу дела до конца. Аид забрал его. Никогда я не видела его таким спокойным. Надеюсь, он уже с мамой. Цветы, это ведь... Да, он просил их принести. Глупый старик. Вот зачем ты ушел из певки. Чтобы нарвать цветов для мамы. Глупый, упрямый старик. Вот. Спасибо тебе, Мистий. Он дал обещание жене, а я обещал ему. Мне нечего дать тебе в награду. Мама очень обрадуется цветам. Когда она была жива, ты ей их не дарил.
Последователи Ареса отправились к Аиду. Спасибо, Мистий. Как тебе отплатить? За все нужно платить. Особенно за мое время. Я понимаю. Жаль, что мы не можем дать тебе больше. Нужно быть осторожным. Готово. Гортина ослаблена. Дальше дело за тобой. Хвала богам. Вот, держи свою награду. После войны Булей избирает нового главу. Мистий, меня обязали сделать лук, состоящий только из клыков львицы, рыси и акулы. Нет ли у тебя их клыков с собой? Я отдам тебе клыки, только если ты хорошо за них заплатишь. Конечно же, зубам я знаю цену. Устроит ли тебя прекрасный клыкастый лук? С таким луком ты всем покажешь зубы. Ладно. Лук достойный Артемиды.
Но, Фобос. Но, вперед! Куда ты едешь? Должно быть дом Ардоса. Где мальчик? Ардос! Ты его опекун? Верно. Я должен с ним поговорить. Не переживай о нем. Он цел. Он далеко. Где он? Мне говорили, ты стар. Ты не выглядишь старым. Мне очень нужно его видеть. Кто сказал тебе о мальчике? Ну! Дело не в мальчике и не в старике, но если я расскажу тебе хоть что-то, мне... Конец? Знаешь, что тебя ждет, если ты не заговоришь? Ладно, что ты хочешь знать? Где старик? Они в деревне к юго-западу отсюда, его привязали к столбу и избивают. Для чего им нужен мальчик? Не знаю, Мистий. Мне лишь велели привести его, но мы знаем, на что они способны. И к ним бы попал невинный мальчик. На твоих глазах избивали старика. Но... Ты согласился похитить мальчика. Они дальше по дороге, культ. Убей их всех. Поможешь и себе, и мне. Отпусти, и я ничего никому не скажу. Пусть Зевс свершит твою судьбу. Мне нужно найти старика. Спасибо, Мистий. Старик еще жив. Стоит проверить храм в Фесте. Среди стражников есть старик. Yeah!
От Ардиса. Идти можешь? Ардис, хвала богам. Давай. Ладно.
Если смогу, я как-нибудь отплачу тебе. Нам нужно уходить. Дыши, старик. Ардис, мальчик, он невредим? Жив? Я не дам причинить ему вреда. Хотя иногда и хочется задушить его. Ардис может устроить настоящее испытание воли. Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Ардис сказал, ты поможешь. Я знаю одно. Там лишь смерть. Почему все сбежали из лабиринта? Должно быть, что-то случилось. Я не пошел внутрь. Я не глупец. Никиус просил приглядеть за мальчиком. Я был снаружи и молился, но я слышал Минотавра. Двое вернулись, но Никиус... Ардис говорит, его отец в лабиринте. Это так? Да. Он не вернулся. А те, кто вышел, никогда не обретут покой. Ардис говорит, ты не хочешь рассказывать о его отце. Как можно сказать мальчику, что человек, которым он гордился, его отец мертв? В память о Никиусе я не позволю его сыну войти в это проклятое место. Зачем им бить тебя? Уцелевшие бежали от Минотавра и оставили диск. Ключ к лабиринту. Я взял его. Тогда при чем здесь Ардис? Диск у него. Он его украл. Я рассказал им об этом. Они пытали меня вести. Я держался как мог. Я подвел его. Подводил все эти годы. Люди, что пытали тебя, члены могущественного культа. Они и не таких сокрушали. Тебе стоит помириться с Ардисом. Он смышлен, но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Семья. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет, Мисти. Не сдавайся. Насчет диска. Ардис не знает, для чего он Мисти. С его помощью можно открыть лабиринт. Позаботься о нем. Не беспокойся. Прошу Ардиса, говорит ли старик правду? Верно, это часть доспеха Тесея. Красиво.